Всем привет! Меня зовут Вивьяна, и сегодня я хочу говорить с тобой о жизни в России и почему мне не надо уехать скоро. Так, сейчас я живу в Новосибирске, это район в Сибири, но я уеду через 2 дня в другой город, называют Алматы. Алматы находится в Казахстане. Это страна недалеко от России. И там я хотела встречать с мной друг, который живет сейчас в Америке. Конечно, американские самолеты это нельзя здесь, в России. Но в Казахстане это возможно. Но я хотела говорить с тобой о жизни в Новосибирске и мой последний неделю здесь, в Новосибирске. Так, пойдем. Я выключаю телевизор, я пишу тебе письмо про то, что больше не могу смотреть на дерьмо, про то, что больше нет сил, про то, что я почти забил, но не забыл тебя. Про то, что телефон звонил, хотел, чтобы я встал, оделся и пошел, а точнее побежал, но только я его послал, сказал, что болен и устал, и эту ночь не спал. Я жду ответа, больше надежд. Хотя и дождь за окном, магнитофон сломался, я сижу в тишине, чему-то.